Какая замечательная работа. Вот. Да, Михаил Поздняков. Ну, то, что у нас есть клуб «Акварель», которым я руковожу, это все понятно, да? Вот. Елена Кирюхина, Олимпиада Округина, Тамара Костерева, Шепелева Жанна. Там моя работа, а там Татьяна Игоревна Смыслова. Вот. А на этой выставке работы, дружная работа, значит, отделение социальной реабилитации, елочку. Помните, как мы ее делали все дружно, весело, да? Елочки внизу тоже у нас. Посмотрите, и снежиночки, и петушки, и доски расписные, и рукоделие лежит. То есть, дорогие мои хорошие, Сергей Яшин у нас сегодня присутствует, он вам потом в конце праздника продемонстрирует еще керамические изделия, то есть мини-выставку он с собой принес. У нас, конечно, в планах есть заняться керамикой, но это пока еще очень все сыро. Ничего, что я так отвлекла вас немножечко от новогодней темы. Зато следующий исполнитель немножко наберет воздуха и споет следующую песню. Где у нас Галина Раисова? Какую вы там еще нам должны песенку спеть? За окошком свету мало.